Сегодня у нас вот такой вот пасмурный день, но дождя нету. Я сегодня полдня занимался вот такой вот штукой. Из старого железа. Наковырял тут железо, короче. И вот сегодня варил полдня вот такую штуку. Я, конечно, не супер сварщик. Да и вообще не сварщик. Вот пытался заварить. Такие вот швы получились у меня. Здесь вот даже гвоздь у меня стоит. Вот он отсюда торчит. Здесь торчат гвозди. Здесь. В общем, вот так вот. Если сварщик увидит какой-нибудь, он меня поругает. Скажет, блин, так варить нельзя. Отгадайте, что это за ящик такой? Конечно же, это не сейф для того, чтобы хранить в нем деньги. Вот. Это заготовка для печки-прачки. Давно мечтал металлическую печку-прачку для дома сварить. У нас, когда жили с родителями, у нас был летний душ. Вот, у нас всегда стояла печка-прачка. Мы там и грели воду для того, чтобы мыться. И для поросят еду там варили, короче. Мы только меняли вот такие вот тары. Тара. Или как она там называется. Она сюда будет крепиться у меня. Вот. И все. И буду в ней греть воду. Дров у нас целая куча. Вон там вот за сараем у нас целый куча дров. И этот сарай тоже надо разбирать. Вот. Сейчас мы это сжигаем все. Просто в бочке. Ну вот будет возможность для мытья это использовать. Вот так вот. Всем привет.